Всем привет, друзья, с вами Малдер. Продолжаем играть в Deus Ex Mankind Divided. Значит, Рукер-то у нас умер в прошлой серии. Так, книжку мы читали, тут вроде бы все читали. Чемоданчик с оружием, а там нет нихера, мы уже все забрали. Нам надо выбраться из его кабинета, из этого помещения. Сейчас мы прочитаем задание, сейчас я просто вспомню, как чего. Кстати, один праксис есть, да? Один праксис доступен, и это замечательно. Задание. Добраться до точки эвакуации. Талос Рукер умер у меня на глазах. И совсем нет естественных причин. Если я не встречусь с Чиканой за теплицами недалеко от кабинета Рукера, то его убийство повесит на меня. Так, у меня тут по записи все нормально. Все вроде бы неплохо. Погнали. Идти 168 метров, сука, ведь достаточно далеко. Но ничего страшного, сейчас мы с вами проследуем туда. Надеюсь, тут пока в кабинет-то врываться не будут. Мы тут все вроде бы обследовали с вами. Можно выходить. Комод, поиск, что такое? Дверь. Все, я понял. Там что-то есть, сказали. Что-то там есть. Может быть, не... Ох ты, ё-моё, может по стелсу пройти миссию-то? Не, по стелсу проходить не... Боже! Что, боже ты? Боже, боже. Ну-ка. А где он? Что за херня? Блядь, ты откуда взялся-то? Ой, куда-то я запрыгнул. Где? Кто есть-то? Чё там такое? Дрон, ёб твою мать! А может нам все-таки переиграть? Дайте-ка я переиграю, подождите. Я думал, тут не столько много народу-то. Талос Рукер. Так, секунду. Давайте-ка выходим отсюда. Сейчас мы переиграем. Здесь же по-любому какой-то альтернативный должен быть проход. Может быть... И я боюсь, что последствия станут суровым испытанием. А может быть здесь пройти? Слушайте, подождите, а действительно... Блин, там мужик стоит. Ёб твою мать. Дверь открыть. Сейчас... Вот. Да точно. Всегда тут есть альтернативный какой-то путь, по которому можно пройти. Вон, там мужик ходит. Там мужик ходит, ходит, бродит. А если мы его ёбнем? Ой. Кто-то шевельнулся. Да ладно. Пиздец. Что такое? Что такое? Подожди, мужик. Я убивать никого не хочу просто-напросто. Посмотрим, что там. Блять, ну почему? Ну почему ты, ебаный, этот самый... какой? Дрон. Прилетел. Враждебный. Убийство повесит на меня же, а? Я, может, не туда иду? Может, сюда вниз спуститься нам? Убивать-то не надо никого. Тут капуста, блядь. А побежать можем? Можем. Можем мы побежать. А можем и не побежать. Лестница, между прочим. Ты чё, залезай на лестницу. Ты нахер залез, я запрыгну, да и все. Бежим, бежим, бежим. 160 метров. Так, женщина. Женщина, низкое здоровье, твою мать. Блять, сдох. Сдох. Сдох просто-напросто. Этот козлина нас запалил, и мы сдохли. Ну-ка, давайте-ка начнем еще разок. Я могу, конечно, всех перестрелять. Но не хочу этого делать. Все-таки как-то... Я так-то уже игру проходил. Имеется в виду. Жестко. Убивая всех. А сейчас что... Что такое? А сейчас хочу все-таки маленько по-другому все сделать. Нам надо, кстати, вот туда, на лестницу. А как это сделать-то? Незамеченным. Мужик вот нас запалит или нет? Ну, по идее, запалит. Может быть, просто как-то подойти очень близко и очень резко. Вот так вот, допустим, а? На тебе. И нас не запалили. Пока что. Пока что не запалили. Потрошки, потрошки все возьмем. Я, наверное, завершение поиска. А, тут еще и поиск завершается. Тогда есть смысл подождать. Дайте я сейчас вот тут вот сохранюсь. 50%. А, 65 уже. Совсем чуточку. Осталось. И нас, наверное, перестанут искать, как я понимаю. Они будут вести себя более спокойно, менее подозрительно. В общем-то, вот и все. Идем сюда. Меня больше беспокоят эти самые, вот эти летающие дроны. Летающие дроны. А тут, между прочим, дверь с замком. Блять, где он?
Вон он. Мужик ходит. Мужик ходит, и он пока еще ничего не подозревает, между прочим. Но скоро будет, как я полагаю. Там дрон, что ли? Так, он ушел, что ли? Ушел. Там где-то дрон летающий. Так, а мне, может, в эту дверь-то надо? Сука, да ладно, блядь, заметили нам. Кто? Подозрительно. Я надеюсь, это... Нет, это не мужик, блядь, это дрон. Это именно дрон тут летает. Я хотел дверь открыть. Сука. Курва, сказали там. Так, давай быстро, блядь, четвертый уровень. Но меня сейчас запалит. Где? Вот. Меня сейчас запалит тут же прям. 45%. Все, естественно, запалили. Давай, 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 7 секунд. Ну, пизда, нахуй. Блядь, так ведь и придется. Так и придется ведь нам с вами всех перестрелять, как я полагаю. Печально, печально. У меня все что-то сегодня через жопу просто идет. Не знаю, день тут изначально не заладился. Хотел одну игруху записать, другую не получилось. Тут тоже что-то какая-то задница. Может нам, подожди, а может нам поверху пройти? Всех аугментированных, не только капая. Нам ж куда-то вот туда надо, ну-ка. Ну, 160 метров. 160 метров, тут вроде бы никого даже нету. Ну-ка, давайте вот здесь пройдем. Там мужик ходит. Может я... Ну что такое? Ну почему? Пойду проверю, прием. Так, он пойдет проверить, да? Ну по мне уже ебашит, блядь. Где? Здесь, что ли, где? Нет. Что будешь делать, балла? Что будешь делать, блядь? Ничего не... Бежать я буду, блядь. Вот что я буду делать. Спокуха, мужики. Спокойно. Эх, сколько у вас тут много-то? Нет, по стелсу я это точно не пройду. Не пройду. Хотя... Хотя... Давай, 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 прыгаем, прыгаем. Сука, да ладно, блядь, добежал, что ли? Дженсен, времени мало. Где тебя черти носят? Где меня черти носят? Давай поскорее. А это откроется хрень-то или нет? Чего как, блядь, медленно? Ёб твою мать. Давай, открывайся. Сейчас меня ведь загасят. Ох ты, это самая миграната пошла. Великолепно. Как закрыть двери-то? Или тут нельзя их закрыть? 60 метров, я уж почти пришел. А у меня есть этот самый икар. Ух, неплохо. Вот этот стелс-миссия, вот это я понимаю. Никого не убили. По дурочке, блядь, просто пробежал и все. Ну и ладно. Рожу-то не видели, надеюсь, мою? Хотя я вот не знаю, если бы вот я прошел именно по стелсу, вот такой же финал, бы был или другой? Марченко нас запалил же сейчас. Я думаю, это все он тут воду мутит. И... Потому что игра западная, русские все сволочи для западных людей. То есть, по-любому же главный злодей это русский. Он прям никаких других догадок быть не может. Ну что такое? Почему этот уровень так долго грузится? Может быть это... А, может быть, это следующая глава уже? Вот уж спасибо. Много нам пользы от мертвого Рукера. Тебе было приказано взять его живым. Я и собирался. Тогда как так вышло? Как так вышло? Подожди-ка, ну-ка, давайте-ка мы тут сейчас... Такое чувство, что меня подставили... Ну-ка, раскрыть...
Так, нет, давайте противостоять. Это вы мне скажите. У меня такое чувство, что меня подставили. Это как именно? Удобно очень. Рукер умирает сразу, как я прихожу. Кто распорядился отправить меня туда? Тебя выбрал я. Но затем, чтобы гарантировать успех дела, я отправил тебя туда, потому что ты аугментирован? Да. Но еще и потому, что считаю тебя лучшим агентом. Если честно, меня оскорбляет, что ты в это не веришь. Это тебя Рукер в голову вбил? Что он там наплел? Он сказал, у него есть доказательства того, что КПА манипулируют. Вот теперь есть зацепка. Он у тебя? Ну-ка, подождите-ка. Может быть, нет, Веги тоже как-то отдать. Да, он на меня. Рукера убили раньше, чем он успел мне показать. А давайте отдадим. Почему, собственно, нет? У нас же есть там жучок, как бы, в его кабинете. Вега-то по-любому сможет прослушать, я думаю, его разговоры. Да, он у меня. Что это? Это чье? Это письмо, полученное кем-то из КПА. Оно зашифровано, но там, похоже, приказ на активацию. Что же до адресата? Что у нас есть на Виктора Марченко? Это его ты просил пробить через Айлинк? Нет ничего. А что? Если Рукер прав, и кто-то в КПА получает приказы извне, это, вероятно, Марченко. Рукер мог сам отправить это письмо, но Чан может попробовать отследить IP-адрес, узнать, кто с кем общается. Господи, ну и ну. Ты же в курсе, что теперь все узнают о смерти Рукера. И когда это случится, в городе Големов начнется война. В этом меня заверил начальник полиции. Это недопустимо. Чикана, надеюсь, топлива у нас хватит. Мне нужно лететь. Что до тебя, агент? Мне надо раскрыть дело, и я знаю, с чего начать. У Смайли было достаточно времени, чтобы проанализировать носитель. Который ты забрал с ружечки? Я зайду к нему, посмотрю, что там есть, а потом отправлюсь туда, куда поведут улики. Я намерен сделать так, чтобы виновные понесли наказание. Мне все равно, есть ли у них аугментация. Работай, пока дело совсем не заглохло. И держи меня в курсе. Пошли, Чикана. Полегче, мужчина. Так, ну-ка подождите-ка, у нас что тут по заданию есть? Праксис. Праксис у нас один. А куда нам нужен был Праксис? Давайте-ка мы глянем. А, социальный корректор. Слушайте, а может социальный корректор нам изучить? Ноги мы сделали. А, броню. Броню... Нет, подождите. Броню это хорошо. Блин, или броню ли сделать, черт. А, броню, может быть, управление турелями. Так, взлом компьютерных сетей первого уровня для доступа к информации исключительно систем охраны. Что? Это что, он устанавливается как... Контроль. Самый простой... Что-то это хер знает, что это такое. Ладно, погодите. Подождите, глаза. Глазной протез... Защита действия оглушающих гранат. Да, это хорошо. Это отлично. Слушайте, давайте-ка мы с вами накопим. А что это такое? Взлом укрепления. На соцкорректор, может быть, накопить. Это вообще нужная штука-то. Вот в таких разговорах особенно. Нам еще один праксис нужен. Ну, мы почти уж. А, подожди, может, сейчас дадут? Блин, чуть-чуть не накопили. Не дошла полосочка. Что тут есть? Газетка. Газетка, обезболивающая, обязательно возьмем. И пивас, бурый эль Бикмана. Неопровержимых доказательств нет. Найден труп аугментированный. Хорошо. Ящик с инструментами. Давайте тут вот сохранимся тогда. И пойдем далее. Куда-нибудь. Что тут за помойка, черт возьми? Где я вообще нахожусь-то? А, так мы рядом с этим самым. Как раз здесь самолет же в ангаре стоит. Вот, висит, точнее. Алекс,
Талос Рукер мертв. Что? Я думаю, отравлен. Твою ж мать. Рукер был голосом аугментированных. Люди его за это любили. Когда об этом узнают, Прага на уши встанет. И весь мир смотрит. Слушай, Миллер ушел на встречу с полицией. Возможно, это наш шанс определить его лояльность. Он живет рядом с ОГ-29. Хочешь, чтобы мы обыскали его квартиру? Не мы, я. А ты продолжай узнавать про взлом Версалаев. И узнай еще, что коллектив может нарыть на Виктора Марченко. Если я прав, и Рукер был отравлен, все это может быть связано. Конец связи. Слушайте, давайте пойдем сразу тогда в хату. У нас сколько там заданий? Основные задания, побочных у нас нету. Обыскать квартиру Миллера. Давайте-ка мы сначала вот это сделаем. Мне очень интересно, что там лежит. Где у нас тут? 150 метров. 150 метров. 150 метров. Адам, ты здесь? Ты не поверишь, но Вадим Орлов сейчас в Праге. Шутите? Если бы. Полгода назад он получил визу эксперта по аугментациям. И с тех пор периодически бывает в стране. Сегодня утром пограничники отметили въезд. Я прибыл в Прагу 6 месяцев назад. Где он остановился? В комплексе Лилиома, на улице Хлавни, второй этаж. Я проверю. Мистер Дженсен, это Атар Подковель. У меня возникло важное дело, требующее вашей помощи. Я думал, мы в расчете. Будем в расчете, когда я скажу, друг мой. Теперь о деле. Вам нужно встретиться с госпожой Кадляковой, хозяйкой Красной Королевы. Кажется, у нее проблема по имени Доминик. Скажу сразу, я не работаю ликвидатором на Двале. Почему бы вам не послать кого-то из своих? Почему? Потому что я говорю вам это сделать! И никто не говорил про убийство. Просто сходите к Кадляковой и ведите себя достойно. Важные объекты в Праге. Погодите, тогда все отменяется. Побочные задания. Побочные задания, важные объекты. Что за важные? Последняя услуга. Важные объекты в Праге. Я вот даже не знаю, или побочные задания попросили сходить сделать. Осмотреть хату ученого. Или же идти в это самое. Как ее, господи? Красная королева. Хозяйка Красной Королевы. Наверное, какая-нибудь это самое. Как его, господи, бордель. А пойдемте, что бы, нет? Пойдемте, может быть, тогда нам откроется задание дойти до Коллера, чтобы он нам устранил все вот эти вот неработающие аугментации, отремонтировал, точнее, настроил. А где у нас Красная Королева-то? Здесь, что ли, где-то? Продержаться бы эту смену. Так, мусорки меня тут пускают, это хорошо, 100 метров. А это у нас клиника Протез, старая, мы здесь были. Это, наверное, какой-нибудь бар. Или дискотека. Мы потому что где-то тут ходили рядом. Играла музыка. А, во! Да, точно. Ну-ка. Вот сюда. Это красный край, квартал красных фонарей. В Амстердаме, блядь, такой есть. Вроде бы. О! Так, ладно, а как туда войти? Тебя, что ли, спросить? Что-то, ну-ка, ты. Возвращайся в гули. А как открыть-то ее? А вот, она открывается. Так, там баба на витрине танцует. Это на самом деле неплохо, неплохая завлекуха. Ну-ка, она... Не волнуйся, красавчик. Здесь, в Красной Королеве, мы обслуживаем всех. Это отлично. Вот это подход к делу. Вот это я понимаю. У тебя денег тут нету, кстати. Только пивас. Только пивас. Тут что-то лежит. Расходники. Нам надо сюда, как я понимаю, да? Сейчас сохранимся вот здесь прям. Сохранимся. А где? Где кто есть-то? Здесь, что ли? Приват? Так. А что такое? Курите? Молодцы. Комод. Сейчас я вас тут спичу кое-чего. И уйду. Не буду вам мешать.
Считай, это здесь. Только вибратор подцепили к нервному шейку. Что такое гиппокамп? Боец Кадляковый. А где сама? Разница в работе нервной системы. Это Кадляковый? А мне кажется, мальчики да, просто ну, думают яйцами. Да, ну и рожу у тебя. Я думал, ты симпатичная баба. Возможно, и так. Давайте с ней побазарим тогда, что ли. Боец Кадляковый, блядь. Я Маса Кадлякова, хозяйка Красной Королевы. Я люблю знать обо всем, что важно, но ты... Тебя я не знаю. Может, я не так важен. Ой, брось. Ты давно в зеркало смотрел? Кроме того, у меня здоровое любопытство. Матерям это свойственно. Маме бы не понравилось, что я пришел в такое место. Правда? Почему же? Отдых никому не повредит. Значит, нам надо что-то выбрать. Если здесь страдают люди, вам придется видеть, критиковать, игнорировать. Ну да, игнорировать, нам какая разница? Как скажете. Да, именно так и скажу. Здесь мои слова закон. Успокойся и получай удовольствие. Это очень приятное место, кстати. Приятное? Красная Королева – семейное дело. Мой старший брат работает в баре. Остальные охраняют верхний этаж. Приходи на выходных, увидишь одну из моих племянниц, Агнешку. Она выступает по ночам. Здесь самое главное – семья. Доминик, Двали, квартал красных фонарей. Давайте-ка пока расспросим. Можете мне рассказать о квартале красных фонарей? Не притворяйся, что ты настолько наивен. Впрочем, у нас тут редко такие бывают в качестве клиентов. Почему так? Потому что тут командуют Двали. Ауги платят теми же деньгами, что и все. Мы готовы забыть о предрассудках. Двали легко адаптируются, но... все же некоторые к вам относятся... как это... забыла слово. С подозрением? Да. Да, вот это подходящее слово. Относятся с подозрением. Особенно если этот аук обвешан оружием. Остальные клиенты из-за этого начинают нервничать. Это заведение. Тут ведь всем управляют Двали. Двали управляют половиной Праги. У моей семьи отличное чутье на хороший бизнес. Да и Прага, что греха таить, отчаянно нуждалась в управлении. Чем конкретно вы командуете? Я руковожу этим клубом и еще решаю всякие проблемы, с которыми патриархи не справятся. А еще смотрю, чтобы всякие незнакомцы не задавали много вопросов о том, что их не касается. Если это угроза, то я польщен. Осторожнее, железный дровосек. Ты ведь тут чужой. Мне это часто говорят. Я понимаю, что члены семьи для вас очень много значат. Доминик в их числе? А, я сразу поняла, что ты пришел не ради отдыха. Я хочу вернуть долг. Этот клуб вроде исповедальни. Люди приходят, говорят со мной с глазу на глаз. Иногда я их прощаю, иногда нет. Вот недавно один мужчина из Двали решил со мной помириться. Очень старомодный. Вы помогаете ему, он помогает вам. Я так понимаю, из-за Доминика возникли трудности. Доминик сделал неправильный выбор как для себя, так и для своей семьи. У нас есть определенные традиции. Вот ответь, как лучше забрать импульсивного молодого человека оттуда, где ему не место? Да, так, ну-ка, сейчас мы тут решим, что нам выбрать-то. Вот не хватает как раз одного праксиса, черт. Для того, чтобы умение это сделать. Мы бы сразу выбрали бы нужный ответ. Поговорить... Сам выбирает путь. Ну, давайте вот это выберем, что ли. Поговорите с ним. Постарайтесь донести до него свою точку зрения.
Больше всего мне бы хотелось привязать Доминика к стулу и донести до него мою точку зрения. Но сначала нужно усадить его на этот стул. И что же вы решили? У меня руки связаны из-за политики. А вот ты выглядишь так, словно умеешь решать такие вопросы. Словно ты вполне можешь похитить Доминика. Я должен лучше разобраться в деле. Что делает Доминика такой проблемой? Иногда Двале нужны крутые молодые ребята, которые любят пострелять. А иногда нужны люди, которые хорошо выглядят в костюме и умеют заводить знакомства. И к каким относится он? Я все для Доминика устроила. Нашла ему женщину, нашла место подальше отсюда, где он мог бы приносить пользу. Пользу семье. Но он думает, что лучше разберется сам. Думает, как Радич Николадзе. Так он беглый жених. Вы хотите его женить, а он хочет сесть за один стол с боссом. Из-за этого у вас сложности, так? Ты весьма наблюдателен. Для Радича Доминик не значит ничего. А для меня он может добыть себе жену куда более ценную, чем он сам. Ладно, где сейчас Доминик? И что я должен для вас делать? Место называют «Отель Нарикола». Старая грузинская шутка. Это одно из убежищ Радича. Доминик знает, что мы не злоупотребим гостеприимством. Это по моей части, я так понимаю. Там все хорошо храняется? Сигнализация, система наблюдения, все эти мужские штуки. Я проникаю в здание, нахожу Доминика и говорю, что его ждут дома. Нет, ты проникаешь в здание, вырубаешь Доминика, выносишь его и оставляешь на уютном складе. Никто не должен увидеть, что происходит. Хотите, чтобы я его вырубил и вытащил из здания полного людей Радича, и чтобы меня не заметили? Это такая шутка? Там, откуда я родом, похищение невест было красивой традицией. Представь, что теперь мы боремся за равенство полов. Доминика узнаешь по татуировке. Не вздумай притащить кого-то другого. Ну что же, стелс-миссия у нас началась. Дела семейные, сейчас у вас деньги столько спизжу. И пойду выполнять задание. Дай-ка сюда. 70. Что-то как-то очень мало. А у тебя кредитный чип 39. Я от тебя другого и не ждал, говнюк. Я позволю тебе жить. 16. Пока. Блин, ну что, какие нищеброды-то? А это что такое? Значит, нам надо надавать кому-то порогам, какому-то Доминику. Что, блядь, за Доминика? Мы его знаем? Я, честно сказать, не помню такого персонажа вообще. Но погнали. Погнали. Может быть, шлюшку снять? Рюмка ржаного ная. У нас все плохо, кстати. Кстати. У нас, по-моему, по инвентарю все очень плохо. Места-то нету. Места нет, а про... Так, это что? А вот на продажу вещей до хера. Где нам найти торговца? Может быть, бармен? Где у нас? Вон бармен. Может быть, он что-то купит? Это барменша? Привет, Крат. А они у тебя просто титановые, дружище. Должна признать. Мне казалось, квартал красных фонарей более терпимо относится к Аугам. Нет, все нормально. Твои деньги ничуть не хуже других, только... У нас в последнее время редко бывают аугментированные. Боишься, я оставлю других клиентов без развлечений? Красной королеве-то. Скорее получишь несколько предложений, красавчик. Ну что, будешь? Недавние события не могли не сказаться на бизнесе. Ты шутишь? Мы тут торгуем выпивкой и сексом. В тяжелые времена спрос растет, а не падает. Люди ищут, как отвлечься, воплощают всякие фантазии, веселятся. И такие мелочи, как возможность еще одного теракта, никогда не заставят их сидеть по домам? Ну, насчет этого больше переживать не нужно. Если ты еще не знаешь, того гада, что устроил взрыв на Ружечке, все-таки нашли. Это ты о чем сейчас? Рукер, главарь КПА. Кажется, копы сумели выкурить его из норы. В новостях говорят, что он мертв, а КПА разваливается на части. Нет больше террористов. Вот так.
Теперь нам всем больше нечего бояться, да? Да, конечно. В вашем квартале всегда так многолюдно. Только по ночам. Днем все закрыто. Мы даем остальной части старого квартала получить свою долю с туристов. Туристов несколько иного толка. Можно и так сказать. Менее рискованно. Тех, что ходят по музеям, покупают сувенир. Гуляют везде с камерами, как приклеенные к ним. То есть я-то ничего против этого не имею. Когда живешь в городе достаточно давно, многое считаешь привычным. Но уже не видишь детали, которые делают его уникальным. Да, я понимаю, о чем ты. Что имеем, не храним, потерявших бачим. У королевы очень либеральная политика. Многие заведения в городе меня даже на порог бы не пустили. Да во всем квартале красных фонарей так. Кроме того, некоторые из наших лучших сотрудниц аугментированные. Было бы лицемерно не принимать аугов в качестве клиентов. Вполне разумно, я думаю. О, да, хозяева тут разбираются в бизнесе. Отчасти поэтому «Красная королева» стала самым популярным клубом в квартале. Очень похоже на маленький семейный бизнес. Слушай, я не хочу, чтобы у меня были неприятности, и не хочу лишиться работы. Не бойся, я просто пытаюсь разобраться, как и что. Думаю, мне ничего не нужно. Я буду тут, если вдруг передумаешь. Добро пожаловать в «Красную королеву». Ну что, все мы тут узнаем. Блин, баба какая-то странно как-то нарисовали ее. Ну да ладно, пойдемте. Пойдемте по заданию. Много пиздежа было. Так, по заданию. Все, планы меняются. Планы резко изменились. Проникнуть в убежище Двали. Это что? Найти центр управления. Масса упомина... Масса? Как ее? Хер знает, как ее зовут правильно. Что здесь есть система наблюдения. Незаметно вывести отсюда Доминика будет проще, если я сначала найду местный узел безопасности. Проникнуть в убежище Двали. Важный объект у нас все? Все. Ага. Ну что ж, погнали. Погнали. На задание. Где? Вот. Не очень далеко, кстати. Блин, это продавец, интересно мне знать. Мне нужно скинуть товар. Мужик, блин, это бар. Добро пожаловать в стул ирландца, дружище. Садись, посмотрим, чем тебе помочь. Стул ирландца? Вот это название. Образное. Ну да, есть такое. Что будешь заказывать? Это прям истинный ирландец. Слушайте, не надо мне ничего. Сейчас ничего не надо, но спасибо. Мне пора идти. Мне продавца надо какого-нибудь. Где вот тут продавец-то, черт возьми? Вип-рум. Здесь тоже бабы везде. Вон проститутка стоит. Ну-ка, пойдем оценим. О, боже. Что-то, блядь, не больно. Что-то мне не больно понравилось. Хорошо, тут у нас этот самый стул ирландца. Свали. Тебе здесь не рады. Вали, железка. Таким уродом к нам нельзя. Вот это гостеприимство, вот это я понимаю. Хорошо, надо, значится, нам найти... Если ты стесняешься, то я тебе разрешу посмотреть. И скидку сделаю. Кто ты? А? Слушайте, подождите, а как же мне туда пройти? Надо как-то... Тебе нравится? Найти другой путь. Может быть, из магазина... Слушайте, а тут же дверь в магазин есть, вон там, вон. Или обойти карту, посмотрим, давайте. Стул ирландца. Мне надо вот в этот проход, как я понимаю. Территория Двали. Квартира. Уровень улицы. Здесь у нас камеры безопасности, как я вижу. Должен быть альтернативный проход. Я, по-моему, его нашел. Вот, нам сюда надо. Здесь у нас подземный ход. Мы сможем проникнуть на территорию и вылезти вот здесь. Все логично. Но дайте я схожу вот сюда вот. Я надеюсь, он не будет против. Может быть, отсюда можно пролезть? Как-то. Опа. Тут что, подземный бар, что ли?
Ё-моё, я думал, тут у него склад какой-то. Виски, правильно? Да пошел нахуй своим виски. Самогонку сами свою пейте эту. Нет. То есть тут двухэтажный как бы бар. Двухэтажный бар, хорошо. Сейчас мы заходим за угол. VIP-рум. VIP-рум. Где же у нас тут проход-то? Проход где-то... Вот этот, что ли? Очень похоже на него. По карте поглядим. Слушайте, нет, я его прошел. Как прошел? То есть проход где-то еще здесь, что ли? Я его в упор не вижу, если честно. Нет, еще... А, вот этот, что ли? Ну да, судя по всему. Погода полная. Подручные двали. Ну, здесь... То есть ходить-то можно. Она уже не маленькая, почти 16. Здесь ходить можно. А где люк-то? Ладно, забыли. Я не думал, что ты будешь против. Ё-моё, здесь... Сука, тут кодовый замок. Здесь у нас ничего не открывается. Может быть, вот... Что такое? Блин, он взял мужика, забил. Ты смотри-ка. Дайте я сохранюсь. И мы сейчас попробуем ломануть замок. Там же еще не территория Двали, как я полагаю. Блядь, четвертый уровень. Да, сука, еще и два этих самых. 45%? 45%? Однако. Нет! Ну, блядь, запалило. Запалили, скотины. Ну, что так долго? 17 секунд. Ну, 17 секунд нормально. Что? Ёпту, я не туда пошел. Охренеть. Ну, ты что делаешь-то? А, этот 100%. Ну, давай. Может быть, стоп-червь? Пятерочку? А у меня нет, что ли? Блять, я на шестерку нажал. Ёмный мудила. Не работает. Можно, кстати, перезагрузиться. Это будет, наверное, быстрее. Чем ждать, пока у нас обнулится этот замок. Ну чего? Давай! Сука, надо было подождать все-таки. Тут локация-то большая достаточно. Город, людишки, все же это надо загрузить, прогрузить. Нет, все нормально. Где я? Так, этот его запиздил, хорошо. Значит, давайте-ка пойдем другой дорогой сейчас, в зло. Мы пойдем с этой стороны. У нас один хер запалит, я так полагаю. Да, это отлично. Так, сюда. Так, есть спам. Все, мы тут включили. А где? Сука, давай. Ну что такое? Блин, я запарил опять сюда нажать. Пятерка. Этот все у нас разблокирован. Давай, 4, ну 90, есть. Что? Что за хуйня? Доступ запрещен. Как запрещен? Я же их разблочил. Что, блядь? Там их 3, что ли? Да быть не может такой хуйни. Подожди, я вроде... Там их 3, что ли, этих зеленых шарика? Да ладно. Я точно сейчас видел, что я успел все разблочить-то. Погоди, что-то пошло не так. А какого хрена это? Да, что за херня? Да два. Точно два. Опа, нихера себе. Ну давай. Так. А что такое-то? А, я вот этот-то не могу, что ли, разблочить-то? А почему? Я понял, я другой дорогой иду. Вот. Стоп-червь. У меня их сколько там этих стоп-червей-то? Еще одного давай. 40, я не буду. Сейчас еще одного ебнем, да и все. Давай, еще один.
Все, это сейчас точно успеем. Доступ разрешен. Охренеть, я не видел, что там еще с другой стороны путь-то есть. Но я еще пока не на территории Двали. Кстати, тут складик есть. Фонарь. А вот как раз это хрен... Тут можно поверху, кстати, пролезть. Секундочку. Тут склад есть у нас. А что здесь? Блин, тут нет нихера. А зачем дверь открыта? Подождите. Что-то тут не то. Можно пролезть здесь, а можно пролезть... Здесь хата, кстати, чья-то. Давайте-то ломанем вот этот замок еще. Сейчас я сохранюсь. Какой уровень? Третий. Полегче должно быть. Третий уровень. Тогда погнали сюда. Да, блядь, да что ж такое-то, да? 5 секунд. Не, успеем. Это успели, отлично. Глянем, что у нас здесь есть. А здесь у нас есть? А здесь у нас есть? Это что, блядь, шутка, что ли, такая? Погоди. А, может быть... А, вот, слабое место. Слабое место. Ты смотри-ка, и чего? Гениально, блядь. Нет, я могу просто сквозь стену пройти. То есть не ломать. А, да, не ломать. А здесь у нас есть такое слабое место? Слабых мест больше нету. Слабых мест больше нету. Это хреново. Подождите, давайте-ка мы залезем вот на эту хрень. Я сейчас сохранюсь. Посмотрим, что там в домике есть. У нас замок тут. А, здесь... куда поехала? Погоди меня-то. Что такое? Подожди. Вот, отлично. Сейчас мы сюда зайдем. Тут окошко-то закрыто, что ли? Ёб твою мать. Вы входите в запретную зону. Ага, здесь они в карты играют. Что-то валяется, кстати сказать. Брас футбольный мяч. Что, блядь, за херня? А это что такое? Подожди. Ну-ка я на диван залезу. Тут не на полку, блядь, ты чего? Что это такое? А, ящик шампанского. Шампусик. Флаг грузинский. Кредитный чип. Рог. Они с рога бухают. Зачем? Запчасти. Так. Стоять. А у меня идея возникла. Тут сейфа, кстати, нет никакого. Так я же рядом. Я же в этой хате, что ли, выходит? Слушайте, так тут можно пройти? Совсем скоро Стив свяжет меня с парой наш... Так, заткнись нахуй. Что? Комод? Здесь же можно... Два праксиса доступно. Сейчас сразу делаем... где, блядь? Сразу делаем вот эту хрень. Социальный корректор. Хорош. Отлично. А потом в броню будем вкидывать. Картина. Нет, ничего, походу, тут нету. Никаких секретиков. Ну, ладно. Давайте мы тогда тут сохраняемся и продолжим в следующей серии. Наши тут побегушки, наши поиски. Вот это будет интересная, наверное, миссия. Все, с вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.